одержали победу в Грозном, теперь нам бомбить Вашингтон, что ли? А этому, у Игоря по телефону туда. Австрия подает хороший пример. В центре Европы создается правительство, которое будет проводить национальную политику в интересах австрийцев. И это хорошо. Мы полностью это поддерживаем. Я направил приветственные телеграммы Йоргу Хайдеру и Шлюсселю, новому канцлеру Австрии. Это очень отрадно, это хорошо. Началось. Слушай, это очень хороший факт. Мой друг Хайдер, Ле Пен у меня друг во Франции, доктор Фрай, Герхард в Германии. Идет процесс обновления Европы, и правоцентристские партии будут побеждать на выборах и создавать коалиционные правительства с другими центристскими партиями. Нормальный процесс. Я думаю, что у нас то же самое будет в России. Мы будем к этому стремиться. Какой изоляции? Мы будем сотрудничать с Австрией. Она получит от нас все, что ей надо. Поэтому никакой изоляции невозможно. А пусть Израиль отсылает послов не только из Австрии, но и из других стран. Это уже время кончилось. Все.